Доброе утро! Ты кухарячка. Отстань. Ой, стесняется. Доброе утро. Сейчас как пойдем, как прокачаемся. И начнем. И начнем. Начнем этот день. Воу-воу-воу! Так, сегодня мы вам не показывали тренировку, вам уже это надоело. У нас челлендж, кто дольше в планке простоит. Я уже устала. Я тоже, да. 2 hours later. Хотели бы сказать, что тренировочки вдвоем, тренировочки в команде – это всегда круче. Поэтому, если вам не с кем заниматься, ходите на кроссфит. Реально, это идеальный для вас вариант. Но если вы девочка, то, наверное, лучше на кроссфит особо не ходите. Я еще, знаешь, что хочу показать ребятам, особенно парам? Нашла очень крутые тренировки дома вдвоем. В общем, тебе потом покажу, сделаем с тобой очень классные. Я, кстати, так хорошо поспала сейчас. Мы сходили, поели. Я пришла и просто уснула. Что я сегодня буду делать? Я сегодня буду делать, скорее всего, просто куриное филе. Думаю, много кто из вас это делал. Так, беру филе у меня тут куриное с сыром и с помидоркой и с луком. И все, никаких майонезов, ничего такого не будет. Так, куриное филе я уже отбила, посолила его, добавила приправу. Это у меня паприка. И сейчас я обжарю лук, добавлю его сюда. Также посыплю сыром и добавлю еще помидорку. На гарнир все-таки у меня, наверное, будет вот такая мексиканская смесь и капуста брокколи. Вот что у меня получилось. Отправляю это в духовку на минут 30-40. Здесь у меня делаются овощи. Друзья, доброе утро. Сейчас время 8 часов утра. Где-то, а нет, 8:30. И я вот только встала, еще не завтракала, только умылась. И сейчас пойду бегать в зал. Пойду бегать натощак. Никогда не бегала натощак, и хочу вообще проверить, как будет мое самочувствие. Просто очень так много всего начиталось, что лучше всего бегать натощак. Хочу проверить это. Тем временем Пашка спит. Пробежала 20 минут. Очень захотела пить. Сейчас попью и снова трудно. Все, я уже дома. Пашка не спит. Я думала, он как всегда дрыхнет. А он уже проснулся. Мой хороший. Я офигел от того, что ты встала реально и пошла. Просто офигел. Капец, ты что, в меня не верил? Краса. Бегала 40 минут. И мои ощущения, жвачки так урчит, и так как-то все, как будто худенькая. Ты говорила, что ты без еды, без чего? Да, я говорила, что я не ела с утра, только пила воды, и очень много хочется пить, прям очень много. Прям когда бежишь, очень сильно сохнет горло. Вот. 40 минут, что-то совсем сладенько, я думал, ты нормально. Ты попутал, что ли, путку? Сам-то иди побегай. Девчонки меня просили показать вам, как я делаю кудряшки. Сегодня решила сделать кудряшки, и поэтому покажу вам. Так, завиваться я буду вот на такую вот плойку. У нее небольшой диаметр. Она не конусная, просто прямая плойка, самая обычная. Одну сторону я убираю и работаю со второй стороной. Беру всегда плойку и делаю под луком и накручиваю. Одна
одна сторона уже готова, я ее пока вообще не трогаю. Разделила вторую сторону на две части и начинаю с нижней части. Точно так же закручиваю, делаю под локон, плойку и закручиваю без всяких зажимов. Так, вот что у меня получилось. Вот такие вот локоны. Видите, у меня здесь нет вообще объема. Поэтому я беру сухой шампунь. У меня вот такой вот он. Итак, я его делаю для чего? Для объема. Просто на корни немножечко. И все. Прическа готова. Локоны готовы. Сейчас мы идем с Пашей в магазин, но сначала пообедаем. Кушать, 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 кушать. А на улице такая офигенная погода. Мы сейчас пойдем гулять. Приехали Пашки за кроссовочками. У Пашки сегодня вообще не очень настроение, уже второй день, потому что он начал такое небольшое дело, думал, что все будет хорошо. Короче, все пошло через задницу, и у него вообще прям апатия, переживания очень большие. Но сейчас мы пошли и купим ему кроссовки, я надеюсь, что мы их купим, и у него чуточку поднимется настроение. Не будут пальцы выпадывать на тренировке. И не будут пальцы на тренировке выпадать. Просто у него старые кроссовки, они порваны. И у него пальцы выпадывают. В общем, срочно нужны кроссовки. Завтра тренировка, ребята. Как без кроссовок? Настя в раю. Ничего мы не нашли. Паша еще больше стал грустный, потому что ему одни понравились, но не было его размера, и так всегда. И еще грустнее стало. Увольте меня, пожалуйста. Сегодня вообще не Пашин день. Может, и не надо сегодня идти покупать. Но мы пойдем в другой магазин и там найдем. Я думаю, найдем. Паша плохое настроение, и он решил поесть хот-дог. Мне же нужно было поддержать его. Короче, я давно хотел попробовать на самом деле. Как реклама появилась этого нового хот-дога в KFC, так я и хотел. Надо было воду взять. Короче, ребята вообще полное дерьмо. У них вкусная горчица в KFC, а сами эти... Сосиска вообще никакая, картон. Ну, хлеб как хлеб, но дерьмовенький такой. Ду. Вот эти зеленые штуки, это вообще ад. Получилось, что наша дорога сейчас идет через рынок, и тут опасно. Будьте осторожны. Эй, девушка, красавица. Эй, красавица. Девушка. Эй, мужчина, бля, кроссовки кепки, для вас, кепки. Кепка, бля. Можно вот такой. Пришлось пройти через самое гетто нашего мира. Через все эти рынки, через все эти... Эй, девушка, кроссовки, мужчина, кроссовки, так... Кепка? Кепка, вот, ради этого кейса. Ради чехольчика. Да. А, одевай. Не, я сейчас не буду, у меня рука жопа, у меня тут что-нибудь упадет, выпадет. Да. Я дома спокойненько это все. Согласен, согласен. Четвертый такой кейс. Третий. У Алины, у Давида, у Насти сейчас... В общем, если вы найдете такие кейсы, то берите, они очень приятные на ощупь, мы вам это не можем показать. Только выберите цвет, а так они крайне удобные, давай доставай. Вот, если вы их найдете по адекватной цене, где-нибудь рублей 300 их цена, это нормально. Вот он внутри тут пропечатанный iPhone, и внешне он вот так вот выглядит. О, ничего себе он. Да, он внутри очень мягкий, удобный. И как будто бархат какой-то. Да, он как бархат для того, чтобы этот... С айфоном все внутри хорошо тоже, да? Да. В общем, ой, такой красивый цвет. Такой летний прям. Сразу лето, да, вот лето? Улыбайтесь. Все, молодцы. Давайте. Три, он как мы. Такие хорошенькие. Это я за тобой, только я что-то крупнее, чем ты. Почему? Ты его девочка. Ты видел? Это почему за мой спиной спрятался? Видишь, голову чешу. А, такой специально наоборот в жизни. Такие хорошие. Ну что, друзья? Да, закончились у нас два дня этих
Мы не стали выкладывать вчерашний влог, потому что он оказался совсем плохим, из-за того, что я весь день я был занят, весь день я на голоднике, в общем, был на полном. И вообще, в принципе, эти 2 дня достаточно тяжелые были для меня. Извиняюсь за то, что я не вел влоги, как обычно. Хотя я очень хотел, честно, очень. Но вообще голова другим была занята. Я вам это все потом, может, расскажу. Сейчас просто неоднозначно все пока что происходит, поэтому пока не могу вам ничего сказать. Ну и как всегда, друзья, мы вам хотим посоветовать фильм. Сегодня мы вам посоветуем фильм, тоже нереально крутой. Я помню, прям эта первая часть была просто нечто. Это фильм «Заложница». Обязательно посмотрите, очень крутые актеры, очень крутая идея, постановка. В общем, я его давно смотрел, но я точно помню, что это очень крутой фильм с очень крутыми оценками и рейтингами. И, в принципе, он не так смотрибельный, как Настя предложила вам посоветовать «Проект X». Кстати, вот смотрите, если мы вам будем советовать фильм, допустим, «Проект X». Вы его смотрели 100%. Вы все его смотрели, да? Поэтому смотрим «Заложницу». Но если не отпустишь, я тебе обещаю. Где она? Я тебя найду. И убью. Удачи. Все, всем спасибо, друзья, что были с нами. Любим вас и совсем скоро, всегда, и вообще вас всегда и везде. Хорошего вам дня и спасибо, что посмотрели. Нет, мы не так заканчиваем. А, ну ладно, это мой канал, ладно. Сегодня было хорошо. Завтра будет лучше. Пока-пока. Пока-пока.